Дорогие друзья, рад приветствовать всех еще раз в нашей студии Сангейт Центр. Ну, со мной мы знакомы, Майкл Мелихов. И мы сегодня первый раз за все время, ну как-то что-то было показательно, где-то мы об этом говорили, но мы поговорим сегодня о рунах. Вот. Не получалось у меня найти действительно настоящего мастера по рунам, но у нас сегодня в эфире известный экстрасенс, парапсихолог, космоэнергет, ну, много-много всякого всего, магистр парапсихологии, Инесса Алиева, духовное имя Наргиз Ханум. Ну, и мы сегодня как раз будем говорить о каких-то вещах, в том числе, конечно, о рунах. Но вот стоит тут такая вот интересная вещь у меня, да, и вы это тоже видите. Член Академии безопасности России. Вот. Ну, я знаю о том, что есть имеющие отношение к безопасности. Это, по-моему, МЧС называется, да? Я все никак не запомню, как это, вот это abbreviation, как это расшифровывается, но неважно. Так вот, давайте мы сейчас, я выведу на экран моего хорошего друга, уважаемого мной парапсихолога и человека, потрясающей доброты, готовая помогать всем и вся в течение 24 часов, непонятно, когда она спит. Инесса Алиева, рад приветствовать тебя, дорогая. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, меня слушающие зрители. Добрый день. Да, вот... Расскажи, пожалуйста, член Академии безопасности России. Это Академия безопасности, это официальная какая-то структура или это парапсихологическая какая-то академия, которая, в общем-то, неофициальная, что ли? Что это такое? Нет, Майкл, это на самом деле это Академия безопасности России, она так правильно и называется. Это создано для того, чтобы, ну, то есть, как бы мы находимся там, люди, в основном это либо экстрасенсы, либо целители, то есть, как бы во благо Родины называется, да, то есть на подстраховке в тылу. Ага, так вы кому-то подчиняетесь или вы сами себе подчиняетесь? Ну, нет, если мы к этой структуре относимся, то, конечно, к этой структуре мы подчиняемся этой же структуре. Ну, кроме президента России, кому вы еще подчиняете? Ну, вот ассоциации и именно Академии безопасности, ну, естественно, мы себе принадлежим в первую очередь. Просто единственное, что сотрудничаем. А если вдруг где-то что-то случается, либо происходит, нас как бы оповещают, и какой свободный мастер, ну, идет либо это задание, касающее там какого-то расследования, либо это связано целительские направления какие-то, ну, во славу Родины называется. Серьезно? У нас, кстати, вопрос, а где можно узнать данные? Я такой даже тоже не слышал. Ну, я нахожусь совсем далеко. Но вот люди, которые проживают... Это находится в городе Москве. Да. Вообще, можете даже загуглить. Я думаю, что это выйдет информация. Загуглить. Понятно. Хорошее выражение. Да. Погуглить, загуглить, нагуглить. Хорошо. То есть, это хорошо, от кого и кого вы защищаете, допустим? Вот смотрите, вы только что сказали, вас оповещают о каком-то, о чем-то. А вы до того, как вас оповестили, не можете людей оповестить о том, что сейчас что-то будет там такое? Ну, если вообще мы не имеем права куда-то без какого-то ведома разрешения лезть, да, потому что... Естественно, мы вторгаемся в чью-то энергетику, это не есть хорошо. По запросу мы всегда готовы. Именно по запросу. Угу. А что загуглить? Вот тут непонятно, кто имя, как всегда, ники непонятные какие-то, имя не видно. Академия безопасности России. Находите, она находится на Лубянке.
Я написал. На Лубянке? Прямо? Да, в Москве. Так, нет, я почему говорю, лезть, не лезть. Ну, к примеру, готовится... Мы узнаем, как правило, о каких-то терактах уже после того, как они произошли. Есть ли у вас вот в этой академии, есть ли у вас люди, которые могут, скажем, предвидеть какое-то, ну вот, стихийное бедствие, теракт, там, я знаю. Естественно, когда берется год, именно целый год, полностью какой прогноз просматриваем на целый год. И в этом году мы видим конкретно, какие могут быть проблемы года. Или это секрет? А? Ну, нежелательно разглашать, конечно. Нежелательно. Это государственная тайна, я понял. Хорошо. А в частные лица, если обращаются к вам частные лица? Конечно, постоянно обращаются. Но так. Если с 30-летним стажем работы, то, конечно, уже не только частные, а то все обращаются. Нет, ну, Инесса, я знаю, к тебе обращаюсь, и я к тебе тоже обращаюсь, кстати. И много обращался. Нет, я имею в виду в ассоциацию, не лично. А в ассоциацию человек обращается, скажем, ну, конечно. Вот, уважаемая ассоциация, скажите, вот, что будет у меня на следующей неделе, какие там у меня позитивные или негативные там события, или нет? Естественно, поступают письма, но это может быть и в электронном виде, это может быть в письменном виде, поступают. И если это очень глобальные какие-то вопросы, то в принципе рассматриваются. Но так обычные люди, я думаю, что вряд ли пишут. Угу. Хорошо, понятно. Либо пишут очень сильно какая-то такая, более на государственном уровне проблема, и тогда могут написать, коснуться этого вопроса. А обращаются ли к вам силовые какие-то структуры, так их, по-моему, называют, да, силовые структуры? Или какие-то... Конечно, постоянно. Постоянно. Не только силовые структуры, и врачи обращаются, то же самое, как бы, если ситуация жизни и смерти касающаяся, и там... А тот же хирург, да, он немножечко не то, что он там боится или еще что-то, да, но есть какие-то факторы, которые вот просто вот он боится, что человека может потерять. Такие случаи тоже бывают. Ну, постоянно звонят и консультируются, и спрашивают, как лучше поступить, как правильно поступить. Органы, обычно уголовный розыск обращаются, кстати, по всему Союзу. Просят, звонят, пишут, да, постоянно. Вот сейчас вот у меня как-то очень сильно стала Литва меня очень донимать, потому что там стали пропадать очень часто маленькие детки. Детки разного возраста, то есть это и 2 годика, и 10 лет, и 15 лет, там, то есть как бы и 18 лет. Вот последние буквально где-то дня 4 назад тоже обратилась женщина. Пропал сын, ему, по-моему, даже 25 лет. У него семья, один ребенок. Ну вот ушел как бы и пропал. Ну, там, конечно, еще мальчик живой, но он просто потерял как-то память. То есть вот что-то случилось, и как бы это ему сказали направление. Ну, не знаю, там, в принципе, вся Литва ищет. Ну и вот другие ситуации точно так же с маленькими детками в основном. И, ну, с пропавшими людьми также очень даже... Ищут очень много сотрудники МВД, да, своих сотрудников, которые без вести пропавшие. Такое тоже часто бывает. Вот, ну, то есть по этому вопросу тоже обращаются постоянно. Ну и либо какие-то ложные даются показания, просмотреть, есть ли, ну, то есть там доля правды в этих показаниях, да, чтобы человека как бы, ну, выгородить или помочь ему. Такие тоже бывают вопросы. Угу. Инесса, вот мне тут присылают люди в разные, скажем, там места, и в Skype, и в Facebook, и вот сюда в чат. Вот центр Виноградова, который сотрудничал с МВД, это похоже, вот эта структура? Да, это чем-то похожая структура, только более высшего уровня. Ага, вот так. Да, ну, Виноградов, вы знаете, это уже участник битвы. Да, это же. Да. Ну, что-то он куда-то пропал оттуда.
как-то он принимал участие в первых битвах, когда Пореченков вел еще. Ну, они просто создали свой центр, у них свои центры, они, в принципе, стали работать на себя. По-моему, уже в фильме это показывалось, что как бы его там тоже немножечко разоблачили, там непонятно что. Да? Ну, был немножечко маленький отрезок такой по его центру. А, хорошо, давайте один вопрос, и мы перейдем, собственно говоря, к теме. В приоритете у Академии, вот этой Академии безопасности России, есть защита существующей власти? Ну, я думаю, что да, конечно. Есть. Ты, окей, конечно. Хорошо. Ну, вот говорят, даже на него заведено дело, на Виноградова. Вот интересно. Ну, у нас, как всегда, да, дело заводят. Все возможно. Ну, понятно. Хорошо, давайте мы перейдем тогда к нашей теме. Вот, действительно, я серьезно говорю, вот как бы карты, Таро карты или Норман, ну, другие карты. Вот, и есть там у нас, скажем, специалисты, которые читают, которые гадают, можно сказать, да. А вот рунолога не было. Была такая у меня девушка. Ну, mm-hmm. потом исчезла. Ты знаешь, о ком идет речь. Да. Да, а скажи, пожалуйста, вот скандинавские руны, да, в данном случае мы говорим там вот Один, скандинавские руны. Вообще руны, насколько я так знаю, они переводятся с различных там германских языков, там романских. Ну, это как вообще перевод означает, они как вообще перевод секрет, тайна. Секрет, тайна. Да? И это была письменность, это сегодня оно стало каким-то образом, каким-то тайной магией, что ли, да? Да. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще это, и на самом деле это то же самое, это как наш алфавит, да, это была письменность. Но письменность, она была не только, как бы вообще мы взяли скандинавские, это как бы выход вообще письменности древнегерманские, да, в основном выходцы, да. Ну, то есть это употреблялось до 1-2 век, там, ну, до 12 века где-то так они в основном как бы. И вот территория бывшей сейчас Европы, там, это взять Дания, Норвегия, Швеция, Исландия. Ну, то есть вот это вот как бы является именно скандинавскими. И поэтому, а вообще руны, они разные есть. Руны есть, они и венгерские, и наши славянские руны идут. Они, ну, то есть, как бы, очень-очень много направлений вот именно как бы рун. Да. Почему выбрали скандинавские? Потому что они в основном идут, вот они немножко необычные. Они как бы, вот как перевод самих даже рун, это как идет тайна. Да, естественно, если оно было начертано именно человеческой рукой, да, то она, естественно, имеет какой-то, даже уже тогда человек, когда именно писал, он вносил свой какой-то магический характер, да, то есть либо эта функция выполняла, либо как защитного варианта, либо как на благополучие, ну, то есть вот то же самое, как у нас в давние времена рисовали там что-то первобытные люди, там каких-то человечков и еще что-то, да, как определенные знаки, определенные символы, да, как и защиты, как и, то есть только они могли расшифровать вот этот смысл, да, видя вот сам как бы этот, эту букву, либо какой-то рисунок. Ну, вообще, скандинавские руны, они довольно-таки очень-очень сильные. Их где-то, наверное, штучек, наверное, 20 вообще, как он считается, футарок, называется он так, как футарок, да, от первых 6 самих рун. Да, и вот он как бы, как называются руны, там вот они идут по порядку, там Феха, Урус, Турисос, Ансус, Райда, и Кана, да, вот эти 6 рун, они как бы так, вот по этим 6 рунам, вот он как и называется, футарок.
да, и то есть каждая вот сама по себе руна, она имеет свое значение, то есть, ну, то есть человек, который разбирается в рунах, он сразу поймет, даже, то есть как бы и есть алфавит, да, то есть можно зашифровать что-то, можно, опять же, как руна не используется, как и в мантике, да, то есть ты можешь как предсказывать судьбу на них, в то же время использовать как магический, да, любые как бы делать ритуалы, также, опять же, то есть как бы создавать там ставы, да, и ну, это имеет значение, то есть очень сильную магическую силу имеет. Инесса, у нас есть пара вопросиков. Первый вопрос, я начну со второго, как первый. Ваше мнение о славянских рунах и с какими вы работаете? Это вопрос номер один. Ну, давай ответь, а потом я про... Значит, со славянскими рунами, потому что я не в ведах, я больше вот скандинавское направление, но, в принципе, они чем-то тоже похожи. Там, ну, очень я еще вот немножечко агамы использую тоже. Это тоже идет то направление, а именно. А возникли раньше так называемые скандинавские все-таки, да? Да. Хорошо. И вот конкретный вопрос. Можно ли изменить ситуацию с помощью определенных рун? Конечно, можно, и легко очень даже. Для этого, собственно говоря, они и есть. Вот, к примеру, да, вот я не знаю, вот расскажи, пожалуйста, ну, ты же владеешь техниками не только руна, а и карты, правильно, и таро. Я руны вместе использую как бы в магии, то есть я, кроме еще ритуалов, добавляю тоже рунические иногда формулы, рунические ставы, либо просто определенные один, вот руны. Даже вот у меня, в принципе, видит, вот не знаю, покажу. На пальце вот у меня даже есть, вот видишь, рунический как бы тоже, он зашифрован. Вот, ну, то есть как бы я тут определенная... Вот не видал я. Идешь делать маникюр, а тебе бах, тут на одном пальце, это на мизинце, понимаешь, правой ноги. Да. Одна рука. Это буквально я неделю назад была, короче, на одной вечеринке. У меня девочка, она сама журналистка, и она увидела, а у меня на, ну, еще есть кольца, вот, ну, то есть, как бы, они тоже у меня с определенными, как бы, есть и ставами, и есть просто одни, как бы, руны. И тоже девочка увидела, но немножечко понимает именно смысл в рунах, а на бать смотрит вот именно, что на пальце определенном, да, у меня определенная руна. Ну, ты, говорит, и хитрюга, ты знала, куда одеваете, куда как бы это, ну, то есть направлять. То есть вот, вот вам определенная тоже защита, определенное как бы намерение, какое я хочу, я получаю. То есть... Поэтому... То есть идешь в одно место, бах, на одном себе, наманикюрила себе, там, понимаешь, это самое, и всем идешь и показываешь палец, правильно? Вот. Показываешь палец. Ну, там, они же не знают, да, правильно? Они думают, что ты палец выставила, да? Означает определенно, а ты говоришь, нифига, это руна у меня там нарисована, понимаешь? Что-то такое, да. То есть, мягко говоря, не подходи, да, если перефразировать, а пошел, ну вот, не подходи, и руну сразу ему, да? А скажи, пожалуйста, нет, ну я шучу, а вот такая ситуация, допустим, ну, мало ли, позднее время суток, и, ну, разные ситуации бывают, да? И вот кто-то там начинает приставать, а ты, бах, руну вот с собой в кармане. Чего, они сразу отвалят, эти хулиганы, будем говорить так? Ну, вот, короче, если вдруг увижу какая-то определенная ситуация, и которая, она может какой-то быть взрыв, естественно, я этого человека либо усмирю, либо заморожу. Заморожу. Да. Есть такая руна Иса. Она любую ситуацию заморозит. Понятно. Хорошо. Вопрос такой. Может ли крещённый человек использовать ставы рунические?
Может. Может. А если где-то в этом что-то такое, то есть это не имеет значения, крещенное, не крещенное, вероисповедание. Не важно, просто знаете как, если человек, он работает конкретно христианским эгрегором, и у него, ну, как бы есть очень много, кстати, вот этот общий человечек, который ты знаешь, который занимался рунами, она все время поражалась тому, что я работаю с разными эгрегорами. Да, и она для нее это было все время, ну, такое подспорье, как это можно так работать именно, ну, то есть в разных направлениях, потому что вот у меня же идет и мусульманское как бы направление, и христианское, да, и тут получается как бы скандинавское тоже. И друг между собой эти эгрегоры могут не уживаться. То есть я ей говорила, что, ты знаешь, у меня это, в принципе, все в порядке, все нормально. Для нее это не доходило вообще. То есть как можно вообще совместить вот это с этим? Да? Ну, я одно скажу, все зависит от ну, вашей голове все. Да? И вы посмотрите, как, если нету никакого конфликта, нету войны, то, в принципе, можно это все использовать без проблем. Не надо ни раскричиваться, ничего не делать. Хорошо. Руны берут ли какую-либо плату за помощь? Как их благодарить? Вопрос. Конечно, берут. Вы знаете, что полностью к ним обращаться и их этот, потому что руны по-любому свою они возьмут. Да, как бы вы ни хотели, даже бывает и оплата, но если вы оплатили недостаточно, то они все равно свое возьмут чем-то. Поэтому, в принципе, используя эту технику, да, с рунами, обязательно нужно 100 раз подумать, что сделать. Ну, то есть стараться вообще работать с добрыми, хорошими, более такими рунами, которые не вредящие, да, не разрушающие. Если, естественно, вы будете там вредить и все остальное, то, ну, это нежелательно, конечно. Вообще всегда идет подношение. Всегда подношение либо... Это вы можете сделать, во-первых, нужно их активировать либо дыханием, либо кровью, либо огнем, то есть это обязательно в первую очередь. И подношение это должно быть либо к богам, да, смотря к какой руне типа относитесь и относится руна к какому богу. И плюс, если не чисто не сопоставлять вот эти моменты, то все равно благодарность должна быть. Это должен быть либо это должно быть либо пиво, либо печенье, либо квас хороший, либо пиво, да, медовуха, да, потому что именно в этой вообще в этой традиции очень это распространенное, как бы. Жигулевская? А? Жигулевская? Неважно какое. Неважно какое. Хотите жигулевское, хотите не жигулевское, хотите какое-то чешское, без разницы. Но вообще должен быть либо это квас, либо это пиво, либо это может быть медовуха, да, либо овсяное печенье. Ну и не исключено, как конфетки, то есть мед очень сильно тоже любят. Ну, то есть, как любые подношения делаются, точно так же и это, только это делается как бы деревом. Слушайте, я не знал, что столько специалистов здесь, все знают, слушайте, это здорово. Если... Что там пишут? Да пишут, да в курсе дела все пишут, да. А вот еще, я не знаю, что, хайрийские руны? Есть такое? Хайрийские? А? Хайрийские руны кто-то пишет? Ну да, но я с ними не работаю. А, то есть это другой вид рун, правильно? Да. А давайте мы сделаем, проведем, если вы не возражаете, уважаемая Инесса, проведем эксперимент, поскольку у нас первый раз. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам. Давайте вы какую-то ситуацию свою, кто не боится, конечно, озвучите, а мы попросим Инессу, как сказать, подарок нашему каналу. Она сделает какой, как называется, расклад, да? Я знаю, второй да. Расклад. А? Расклад? Расклад. Расклад. Ну, видите. Вот она сделает расклад и даст вам ответ.
Здесь вот. А? Да, покажи, пожалуйста, какие они. Вот, они должны находиться в мешочке определенном, то есть если даже люди будут там обучаться, желательно это, чтобы они, у них был свой как бы тоже коврик рабочий, вот с футарком, видите? Вот. А, у нас кто-то уже выше писал, я где-то пропустил, наверное. Что-что? Вот Лайла Сян, да? А я не вижу, а где вы описали ситуацию? Какую ситуацию? Где выше вы описали ситуацию? Если можно, повторите, где-то я не вижу. Скопируют, пусть и переправят. Я выше описала свою ситуацию. Опишите еще раз. Так, где мне найти новую работу, спрашивает Светлана. Сейчас. А вот, а что надо, вообще-то говоря, чтобы ответить на вопрос? Просто ситуацию, никаких там дат рождения. Нужно мне дата рождения, да, это раз. Да, в первую очередь, дата рождения и имя. И четкий вопрос. Любит, не любит, пожалуйста, ну, не задавайте глупых вопросов. По четкости больше. Ну, тогда понятно, да? Значит, а дата рождения имеет отношение к рунам или это уже какой-то дополнительный? Если еще слаживается тоже. Это тоже, ну, то есть, как бы имеет значение. Можно и без даты рождения по вопросу конкретно заданному, но, в принципе, я спрашиваю дату рождения. Наира, да, вас зовут? Наира, да? Или Найра? Я не знаю, где ударение. Работа не клеится, с чем связано? Поскольку нужна дата, тогда вот... Я сейчас посмотрю без даты, подождите. Ну, давай первый вопрос, да, ответим. Наира, да? Да, это Ира или Наира? Значит, смотри, что-то неправильно себя как бы выстроило, и что-то было связано с поездками. Да, и здесь получается еще ситуация сама, ну, ситуация в самой немножечко есть. Либо кто-то дружил, либо, ну, неправильно человек вот именно в слово сказал, да, вслед. Конкретно здесь, ну, как пожелали человеку, можно сказать, да, сказанное, поэтому идет вот такое заторможение. Ну, как сгладили даже, можно сказать. А у нас какой был вопрос еще раз? По работе связано, почему не могут найти работу, не клеится, почему, по-моему, так. А, да, да, так вот, есть ее имя. Сейчас, сейчас. Не имя, Наира. Точнее, Наира, да. А есть ее этот, дата рождения, она написала. Сейчас я найду. Ага, 03.02.64 года. 03.04? 0 февраля 64 года. И еще, что у нее, спросите, связано с поездками было? Было что-то с поездками связано, ну, она, или нет? Она ответит. Не знаю. Ну, я хочу сказать, значит, смотри, ситуацию, пусть женщина, Наира, будут более настойчивы, терпеливы, найдет она эту работу, но в первую очередь либо просто пойдет к высшим силам, женщина, наверное, мусульманка, да, либо как-то помолится, сурию почитает, да, и, в принципе, проблема может разрешиться, потому что она, как бы, у нее сильные ангелы-хранители, высшие силы ее, как бы, защищают. Но говорю сразу, что вот был как сглаз, и что-то связано еще с поездками было. Ну, вот пусть ответит, скажет. Ну, хорошо, у нас есть еще, ну, тут мы тогда сегодня не освободимся. Я понимаю, что вы до 3-4 часов ночи, уважаемая Инесса, но... Это вряд ли. Это мои записи. Да. Так, у нас что? Когда продам земельный участок, спрашивает Галина. Галина, ее дата рождения 9.12.70 года. Когда продам земельный участок? Я, земельный скажу, участок где? Где земельный участок? В России где именно? Думаю, что да. Думаю, что... Где...
территориально. Надо знать, да? Ну, вообще, пока вы гадаете, Инесса, я уже рассказывал ситуацию, очень коротко повторю. В свое время был инвестмент, когда я еще занимался. Можно я на секундочку перевью и дам ответ? Я уже посмотрела. Давай. Значит, Светлана, да, по-моему, имя, нет, да, Галина, девушки? Галина. Галина, да? Значит, что хочу сказать. Пусть приложит усилия, все прекрасно, она в потоке. Очень хорошая, благоприятная карта, которая ей раскрывает именно дороги. Да, несмотря даже на кризис, несмотря ни на что, то есть, ну, пусть, может быть, правильный толчок даст, либо правильно его как-то направит, потому что успех должен на ее быть стороне. Пусть слушает свою интуицию. Светлана Береза фамилия, значит, не берут на работу даже после удачных собеседований 7.8.82 года. 7-го... Хорошо, а вы рассказываете ситуацию, то, что вы хотели. А, ситуацию я, да, ситуацию я могу рассказать, дорогие друзья, но я об этом говорил сейчас просто еще в присутствии Инессы. Было, вот я обратился лично, поскольку дом не продавался, это был, значит, мой приятель, он тоже риэлтор был, и дом не продавался, его надо было, конечно, продать, потому что надо платить эту как, ипотеку, да, вот, его надо было чем срочнее, тем продать, вот я обратился к Инессе, а он сказал, я в это категорически не верю, я говорю, ну, не верю, не надо, какая разница, хуже не будет. Короче говоря, Инесса выдала такую, скажем, после того, действительно надо знать, где предметов, куча фотографий, много было дат, поскольку это был не один человек, это было, значит, вот друзья мои были, ну и каких-то дополнительных данных было много, и вот, но она сказала, в течение 3 месяцев без вариантов продастся. Поступил оффер, поступил через неделю, что самое интересное. И, ну, в пределах 3 месяца, верно? Значит, мы обрадовались, но оффер не прошел. И после этого долго-долго оно стояло. И за какой-то совсем небольшой промежуток времени до истечения этого срока поступил другой оффер. Вопрос другой, сколько эти документы должны были проходить определенные стадии. Тут не так все просто, надо там много чего там было сделать. До того, как произойдет фактическая продажа, называется closing. То есть специальные компании, title company называется, передача доверительный грамот, я так перевожу, уже так, вольный перевод, от одного хозяина к другому хозяину. Короче говоря, за 2 или за 3 дня до окончания 3-месячного срока дом официально был продан. Ну, причем я сказал, Инесса, мне совершенно все равно, кто продал, главное, что он был продан. Я-то знаю. А своему приятелю объяснить было, конечно, сложно, поскольку он сам был риэлтор и тогда, да, и тогда, и тогда. Вот, а у нас есть... Ты можешь ответить, да, уже или нет? Договаривай, я отвечу, да. Да, я договорил уже, все, в общем-то. То есть да. Вот такой случай был, и да, работает все абсолютно точно. Значит... Кстати, я еще тогда тоже не только магические дела, а иронические тоже делала, если ты помнишь. Помнишь, я тебе сбрасываю. Да, помню. Да. Надо было, да, надо было повесить в определенное место, понимаешь? Это да. Не да, да. Подкову там, а кучу другое. Да. Значит, что скажу этой женщине? Значит, сама по себе она немножечко такая вот с тяжелой ногой. То есть, куда бы она ни ступала, вот у нее есть эти вопросы. Что хочу еще сказать? Пусть она не слишком рвется, пусть она за это не переживает, просто отпустит ситуацию. В принципе, ситуация ее разрешится, только ей нужно заказать и просто отпустить. Вот именно когда она предотвратит вот эти вот трудности, да, ожидаемые вот эти трудности, которые вот она думает, ну все, вот я не могу ничего, все, я такая вот никчемная, неспособная, да, если она будет постоянно грузиться этим, то в принципе она не получит ни одну работу, то есть у нее будут проблемы, поэтому
Пусть просто конкретно по ситуации вот она закажет эту работу, да, и отпустит, да, вот как будто вот, ну, как руки уже не стоит ничего на это, да, вот все, потеряла все, и вот, ну, все, сдаюсь называется, но не сдаваться, а именно взять конкретно, подумать о ситуации и ее отпустить, вот тогда она, в принципе, ее разрешит, эту ситуацию, устроиться на работу. Ну, замечательно, замечательно. Я не знаю, он справедлив такой вопрос. И еще пусть над ошибками поработает над своими, потому что говорю, что очень тяжела сама очень как бы на ногу. Понятно. Я сейчас напишу еще раз, чтобы люди знали, куда обращаться, поскольку так или иначе вас все равно перенаправят сюда, куда бы вы ни обращались. На всякий случай экономьте время. По поводу того, как и что, если понадобится какой-то личный контакт. Справедлив ли такой вопрос, Инесса? Когда мне сделают операцию на левой ноге по замене конструкции? То есть там стоит какой-то там... Сустав, наверное. Сустав. Да? Ну, я не знаю, неважно. Я знаю, в принципе, но... Так, можно... еще раз прочитай вопрос, еще раз прочитай. Когда мне сделают операцию на левой ноге по замене конструкции? Зовут человека Вадим, 11 мая 69 года. Когда? Это что, надо дату назвать, получается? Я поэтому спрашиваю. Какой-то вопрос. Значит, смотри, там идет определенная какая-то очередь, и это в течение где-то 3 лет, возможно, ситуация. А, вот так даже, да? Угу. Спроси. Спроси. Есть там как бы... Либо дефицит, либо определенная какая-то очередь. Но есть какие-то препятствия. Угу. За счет вот этого, как бы, ну, может быть, на какой-то более дешевый, в принципе, у него возможность есть. А там, может, импортный какой-то. Ну, есть какая-то определенная либо очередь, либо, может быть, как-то, ну, человек должен, этот Вадим должен как-то... либо настырнее к ситуации быть, пойти, ну, как бы за себя похлопотать, называется. Понятно. Так, вот еще вопрос собаки. Кокеры, это спаниели, по-моему, кокер спаниели. Кокер спаниели, да, длинные ушки, которые, да. У меня конфисковали собак, Светлана говорит. Судом я выиграю процесс, то есть верну... что сделаю, вернуться, это без мягкого знака, поскольку тогда это по-другому. А вернутся ли мои собаки домой и как скоро? Зовут Светлана, 14 февраля 65 года. А почему конфисковали? Не знаю. Не описывают, почему конфисковали. Ну, должны вернуть собак. Вернуть должны. Может это в течение быть такое, что в течение месяца. Собак должны вернуть. Понятно. Так, дальше что у нас? Благодарю за совет. Огромная благодарность за совет, говорит Светлана. Нет, вот она, Наира, сказала, что она крестьянка. Угу. Прошу спросить, что делать. Так вам же сказала Инесса, по-моему, да? Это по поводу того, что... Наира, работа? На сглаз... Работа? Да, нас, похоже на сглаз, вопрос сложный. Вот. Ей нужно снимать, это убирать нужно. Убирать надо. Хорошо. Да. А вот у нас еще есть вопрос. Спрашивает у нас Юнона. Устроится ли личная жизнь в плане создания семьи? Ну, если встретит авось, то, наверное, устроится. Я так полагаю. Но Инесса нам скажет более подробно. Устроится ли личная жизнь? Вот число месяца. 9 ноября. Год не указан. А? Год не указан. 29 ноября. Зовут... А год можно? Ну, наверное, но может она не хочет, я не знаю. Уважаемая Инона, вы озвучьте, а то
Можете ее авось и не дождаться. Озвучьте ход. Короче, на Юноне конкретно есть негатив. Конкретный. О как. И она заторможена. Ну, то есть не скажу, что это венец безбрачия, но очень сильно кто-то конкретно очень хорошо поработал. Даже так. Заморожена полностью. Мы так и не, собственно говоря, не осветим нашу тему, а будем вот сейчас вот это все. Это был, так сказать, ну, просто подарок, бонус. Все, на все вопросы, пожалуйста, это в личных там каких-то вопросах. А вот это же все... Консультации, в принципе, будем кому-то, что нужно конкретно делать. Да, а скажи, пожалуйста, это сейчас гадание было по какому принципу? Это карты или это руны были? Нет, вот по рунам. По рунам, да? А что такое бросить руны? Ну вот я и бросала руну, вот вылаживала, доставала. Вот смотри, давай покажу. Посмотрим. Вот я слаживаю руночки в мешочек. Ну вот достань какую-то одну руну и расскажи, что эта руна означает, если она выпадает. Вот я ее размешала вот так вот, да, и достала одну руну. То есть есть специальные коврики, к примеру, да. Вот у меня один из ковриков есть здесь рядом. Есть, вот, смотрите. Я покажу. Вот, видишь? Да. Он определенно сделанный. Вот тут он как бы расписан конкретно там. Где-то денежки, где-то удача, где-то любовь. Я вот точно так же, вот, я беру и бросаю. Это самодельный платок такой? Да, я самодельно все это делала, да, вышивала. Сама делала? Да. Ага. Вот смотри, вот я их беру, бросаю, то есть произвольно бросаю три руны, так? У меня, короче, упала. Одна руна упала на любовь, одна руна упала на какая-то осторожность и на прилив денег. А какая конкретно куда упала? Ну, вот, видишь? Да. Вот это. А что эта руна означает? Видно или нет? Видно, да. Что она означает? Это руна вообще... О, подожди, неправильно показываю. Вот она. Да. Это руна вообще Кана. Она... Да. А как бы очень хорошо. Она в отношениях, в любви, да? То есть она легла на денежный канал, значит, в принципе, здесь это положительно какой-то у меня будет гонорар или либо положение именно финансово. Вот вышла руна еще, вот. Это вышла тот человек, руна, которого гадают, правильно? Да. Вот, короче, вышла руна Ера. Она это вообще, это получается в любых отношениях, это руна, которая отвечает как урожай. То есть она благоприятный исход, хорошая, что посеешь, что пожмешь, называется. Вот, да. То есть, в принципе, может быть, заведутся какие-то у меня отношения, может быть, партнерские какие-то отношения очень хорошие. То есть очень хорошее место. Ну, то есть как бы... вот в этом плане. Так, потом здесь еще получается, вот у меня вышла вот такая вот руночка. Это Альгис. Она как бы, она вот делает так вот рога. Это считать, как вы защищены, вот как Богом защищены. То есть все, что на воздействия какие есть, да, то есть она меня закрывает, она меня как бы защищает. То есть она вышла вот именно как раз на неприятности. То есть можно сказать, как бы высшая сила за меня хлопочет. Понятно, хорошо. Да. Вот тогда у меня вот какой вопрос. Спасибо, Наргисаном, говорит Наира. Видите как? Скажи, пожалуйста, вот сейчас идет оценка ситуации, так? А если надо применить какую-то... Ну вот мы просто оцениваем. Когда отвечаем на вопрос. Ну, допустим, продастся через 5 лет. Выпадает, скажем, там, когда продажа дома. Через 5 лет. Да. Так? Да. Вопрос. А можно ли сделать с помощью каких-то, не знаю, обрядов, магии, процесс ускорить? Конечно, можно. То есть, что надо делать вначале? Наверное, надо разобрать ситуацию, верно?
Конечно, посмотреть причину, почему не продается, почему загвоздка в продаже. Либо это не должны продать, потом деньги израсходуются непонятно куда. Либо обман, либо еще что-то. Либо вложения будут неправильные, либо, может, покупка какая-то будет неправильная. Ну, то есть, может быть, и хороший исход. То есть, как бы именно сейчас не пускают высшие силы, а надо именно через определенное время, там, через полгода, через год, через два. То есть, все просто так не бывает. Все в нашей жизни это не просто так. Любая ситуация, она подстраивается под нас. Либо мы отрабатываем кармические какие-то моменты, нас наказывают, либо наоборот нам благодарят и поощряют. Инесса, вот Вадим, который задал вопрос по поводу замены. Замена сустава или что-то там у него. Да, это зовут его Вадим. Дело в том, что он обучается у нас в школе, поэтому и не просто обучается, он обладает какой-то сверхспособностями чувствовать очень многие вещи. Так вот, он говорит о том, что когда вы бросали руны, по моей ситуации, у меня пришел сигнал в голову в левую сторону. По ходу дела вопрос такой, вот я почему задал, скажем, через 5 лет, через сколько лет, он спрашивает, продастся его дом в Московской области? Последний, наверное, мы примем, как от студента нашей школы познания. Вы знаете, что в принципе быстро продастся, если дать нормальному риэлтору. И хорошо, ну, то есть цена, если будет приемлемая, то очень быстро продастся. А Нет можно ли запроса. обойтись каким-то образом, даже без риэлтора? Ну, Но это самому. надо через знакомым тогда бросить информацию и цену сделать ниже. Вот так. Понятно. Хорошо. Дальше, что у нас еще, что есть? Да. Так вот, я хотел вот что спросить. Вот эти вот руны, которые вы, значит, это самое бросаете. У меня была одна ситуация, я сейчас расскажу. Я вел, когда я еще бытность мою вел программу на радио Чикаго, еще до этого канала. И вот у меня было время, которое ну, владел этим временем, у нас такая система, там человек, врач, но он был очень серьезным энергетом, будем так говорить. И вот когда я рассказывал, там люди, ну, много людей приходило, слушали передачи, и у меня был приятель, очень известный человек, он был, и вот он наблюдал со стороны, я-то не видел этого, а он сидел там где-то сбоку. И он наблюдал со стороны о том, что происходит. Я когда вел программу, это в живом эфире, после окончания программы он мне говорит, мой приятель говорит, вот этот вот доктор, да, он на тебя метнул, я видел, он метнул руну в тебя энергетическую. Вот, я вообще, если честно, я какой-то дискомфорт я почувствовал, правда, уже позже. Но у меня тут есть определенный знак, камушек, который мне привезли из Индии, он защищает. И он взял этот камень, давай сейчас проверим, он взял этот камень и посмотрел, положил в воду. Вода потемнела от этого. То есть он говорит, видишь, камень на себя взял часть, достаточно серьезную часть негатива, но он все-таки было пробито, потому что он действительно очень сильный такой энергет. У меня вопрос такой тогда. Такая ситуация действительно была, то есть это она имела место быть, это первое. Второе, метнул, что такое метнул руну? Он же не, физически же не доставал ничего. Можно ли так метнуть руну? Вы мне скажите, он был знаком вообще, то есть этого человека мастера знал или нет, про которого сказал, что который Да, метнул? он знал, он был со мной в одной студии, просто он был, так сказать, хозяином этого времени, а я у него арендовал это время для моей программы. Вот. А он находился в Значит. своей студии у себя в офисе, а я к нему приходил, там студия была просто. Значит, все это возможно. Почему? Потому что
Здесь получается, наверное, он знал этого человека и знал, что он это может сделать. И действительно, такие люди достаточно. Даже я сама лично, когда была на битве, это, мне со мной соревнующиеся не знали, что я типа знаю руны, да. Но я видела, какие руны на меня налаживали, чтобы я там проиграла, либо меня опустили ниже плинтуса, или еще что-то, да, такое есть. Почему у меня с собой всегда вот именно, да, где бы я ни была, у меня есть конкретно защищающие руны, конкретные руны, которые процветание, да. То есть я их одеваю на определенные моменты, в определенные компании и, для каких-то определенных целей. Да, такое есть, и это все возможно. То есть, может быть, просто тебя хотели подавить. Да, чисто либо именно, может быть, какой-то негатив закинуть. Такое тоже возможно. Так вот, рунами можно ли навредить? Очень сильно можно навредить, и лишить Почему? человека жизни можно, и уничтожить, и наслать болезнь можно, все что угодно можно. Так, хорошо. Дальше. Можно защитить себя и какими рунами можно защитить себя, как ее использовать? Можно защитить рунами Тейвас, Соло, Альгис. Это рисуете на себя, именно чтобы руна смотрела на вас. Руна смотрела на вас. Это как понять? Ну, чтобы она не была перевернутая, потому что у них значения имеют, как бы вообще четыре значения тут имеют. Как бы обычная, перевернутая, зеркальная и перевернутая зеркальная. То есть, Хорошо. это нужно немножко проходить, либо если даже кто-то хочет что-то делать, то это конкретно с мастером это оговаривать и, уже немножечко человека подучивать. Понятно. А вот Роза спрашивает, вылечить физически можно? Можно. А это как? Если нет онкологии четвертой и третьей степени, первая и вторая до половины, то в принципе, не трогая шизофрению тоже. Шизофрению можно первую как бы еще затронуть, и все остальное, и эпилепсию тоже, если не давнешняя. А все остальное, в принципе, можно будет лечить. Можно просто прорисовываете руны на определенные органы, определенное на общее состояние. Ну, то есть, смотря, вообще у рунов есть оговоры, да, каждая руна, она должна как-то немножечко смысл иметь и Прости, оговаривать, что вот то есть же самое, как в заговоре. Что? оговоры? Да, то же самое, как похоже что-то заговор. То есть, если вы хотите, вот именно, к примеру, там что-то, там денег хотите, либо хотите крепкого здоровья, либо просите у какого-то святого что-то, значит, вы в первую очередь, что вы используете вербальную магию, вы используете словесное вот именно прошение, заговорная система. Точно так же эта система есть и у рун. Вы должны конкретно ваше намерение, ваше пожелание это вложить в ту руну, на что она как бы должна действовать. Легко ли научиться владеть вот этой техникой рун? Каждому по-разному. Кому-то легко, кому-то нет. Кому-то вообще, вот даже у меня у самой интересно происходило. Руны я как бы знала лет 30 назад, еще даже наш Платов, он только-только как бы запускал это все. Но интересно, что меня к ним потянуло, я какое-то время с ними побыла, потом отошла. И потом у меня вообще все по-другому поменялось. Потом через определенное время, там через лет 15, я к ним опять вернулась. Вот вам как бы это. То есть на то время они, наверное, как бы я еще не была готова с ними либо работать, либо с ними быть. И даже тогда они как бы мне были как неизвестными. Вроде бы я как-то и, там знала все, но не сильно они к ним тянуло, а потом вот оно как бы мгновенно как-то и стали как родными. А
ну хорошо, сейчас же речь идет, скажем, там не о вас, вы же специалист, это понятно. А вот речь идет о людях, которые вообще об этом не слышали, не знают. Я пример на примере себя. Я же говорю, что в принципе каждому по-разному. Кому-то кто-то углубляется, кому-то это становится очень интересно, и он быстро начинает, потому что вообще руна — это глубокая такая система, она сама по себе. И много надо знать, то есть как бы недостаточно, там потом начинаются какие-то другие вопросы, задаются вопрос сначала, то есть как бы, естественно, ты обучаешься, ты этот, а потом подводные как бы вопросы находятся. Поэтому здесь у каждого по-разному. Кто-то въезжает быстро и пользуется это как в мантике, их используют, также используют их как в этом, в магии. Да, индивидуально, все индивидуально. Но, в принципе, если человек сообразительно, умный, то легко. Ну, это все сообразительно, умное, это, скажем, субъективные все такие вещи. Нужна ли какая-то предварительная подготовка? Ну, во-первых, нужно рунок, естественно, изучить полностью. Это нужно потихонечку, нужно с ними прожить. Да, какой-то определенный момент, с ними поспать тоже, вот даже если будем проходить руну, то есть как бы вот в течение недели, пусть там, ну, обычно как давали даже дня 2-3, чтобы человек проживал с руной, конкретно он с ним сдружился, записывал, какие ощущения он чувствует, что у него происходит вообще на самом деле внутри, и как эта руна к нему относится, то есть таким образом. Может ли, то есть, вот я почему такой вопрос, это был вопрос от наших зрителей, но также это и мой вопрос, поскольку, к примеру, заниматься системой, восьмиступенчатой системой йогов, Патанджали, аштанга-йога, можно только при определенных условиях. То есть у нас есть, грубо говоря, условно заповеди. И прежде чем мы не пройдем эти заповеди и себя не защитим морально, этически и так далее, мы не можем заниматься этими вещами, поскольку мы не будем подготовлены психически, и речь не идет о техническом, скажем, анализе этого всего. Понимаешь, да, что я имею в виду? Нужна ли какая-то подготовка? Имеется в виду, нужно ли соблюдать морально-этические принципы для того, чтобы заниматься рунами. Конечно, есть правила, да. Так, понятно. Хорошо. А какую школу прошла космоэнергетики Инесса? Петрова. Ясно. Как нарабатывать с каналами? Легко. Человек в теме? Ну, раз задаю такой вопрос, я полагаю, в теме. Это я не в теме, как раз таки. Вот как-то я ну, здесь я знаю такие общие данные, но это было бы, наверное, интересно. Скажи, пожалуйста, а сколько времени, ну, теоретически пока, может занять вот такое вот, что ли, обучение это? И насколько оно будет потом действительно, то есть человек будет, это, ну, к примеру, человек хочет только для себя просматривать ситуацию, или человек может просматривать ситуацию для своих близких, или вообще для каких-то, ну, вообще-то говоря, помогать другим людям. Сколько это времени может примерно занять? Ну, во-первых, занять человек должен все равно, он даже если изучит там, пусть это за 2 месяца он все это изучит, да, а за месяц, за 2, можно и за неделю изучить, но за неделю ты вообще не освоишь, да. Люди, бывало такое, что по 5-6 раз заканчивали школы по рунам, да, то есть полностью теорию, да, не усваивалась, вообще не усваивалась, да, пока люди не проходили вот там 3-4 школы, 5 школ не пройдут, они не понимали вообще смысловки рун. А потом только они уже въезжали. Поэтому это каждому индивидуально. И использовать, конечно, тоже все зависит от того, что человек как пойдет. Если он работает конкретно
как бы в целительском направлении, но, естественно, он будет, ну, это если он сам целитель, да, то он будет направлен, то будет руны использовать не только в мантике, но будет как бы его магические свойства как бы направлять, но в целительском спектре. Что касается других вопросов, да, то есть человек любой может просто пользоваться ими и там разлаживать себе хоть каждый день там на определенную конкретную ситуацию, да, и для своих близких, либо использовать в определенных защитах, либо для каких-то определенных целей. Понятно. Хорошо. Дорогие друзья, еще раз давайте мы тогда поблагодарим Инессу. Очень интересно, и я вам хочу сказать вот что. В общем-то, по большому счету, сколько это, года 3,5 тому назад, это не было YouTube-канала, это было SunGates Radio, оно до сих пор название осталось, видите, сзади висит, баннер. И, в общем-то, начиналось это как раз-таки одним из наших профессионалов, с которыми я вел программы, это была Инесса Алиева. Поэтому вы можете даже найти в плейлистах ее. Потом это был длинный период, долгий период того, что она занималась своими реализациями и так далее. Участвовала в битвах, неоднократно причем. И профессионал действительно своего дела. Это было очень много случаев, где к ней обращались люди. Поэтому будем рады, если Инесса найдет время в своем очень занятом расписании принимать участие в наших программах. У нас сегодня, повторюсь, тема была посвящена рунам, а не каким-то конкретным ситуациям. Вот если кто придет на учебу, там будет анализироваться все ситуации. Вот там действительно должно быть обучение, причем обстоятельно. Зная Инессу, ее профессионализм, даже нет никакого сомнения о том, что действительно, во-первых, и научить может, во-вторых, и подсказать может, что самое главное, конечно же. Вот. Но есть такая поговорка: лучше дать удочку, да, чем накормить. Это же мы знаем, наверное, все. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Инесса, еще раз благодарим. Всего доброго. Всего доброго, всем хорошей, удачной недели. Благодарю, Майку. Всего, пока. Всего доброго, до свидания.